Здравствуйте, друзья. Мы пару дней настройки не снимали, не было ничего такого эффектного, зрелищного. Значит, то, что вы видите сейчас, это здесь будет траншея для того, чтобы в городскую канализацию, значит, подключилась наша собственная, как бы, да, чтобы наша вот это вот то, что там пойдет, слилось с общенародным. Вот, значит, здесь будет траншея прокопана. Вы знаете, ну, те, кто следит за стройкой, знают, что несколько дней были дожди. И я хочу показать вам интересный вот такой элемент. Мы как-то сами немножко так удивлены. Вот там, где гвоздики, там, где шляпки, там как бы подтеки такие. То есть такое ощущение, что гвоздь, что, намазан он, что ли, чем-то таким, что у него с шляпки там подтек. Да, смотрите, как вот идет. И на углу тоже. Вот оно такое. Подтекает. И я даже не знаю, это вообще к чему. Вот все эти подтеки вот от гвоздиков. Но вот как факт я вам просто показываю, что вот от воды с гвоздя такое вот натекает. А что касается самого дома, вы видите, тут фанерками, значит, забито, чтобы не натекало. Но тут уже они, поскольку начали работать, то так маленькие такие проходики оставляют. Вот я с этой стороны покажу. Видите, с этой стороны нет подтеков. Наверное, воды особо не было. Даже не знаю, как сказать. И с этой стороны нет подтеков. Может быть, от того, что козырек тут какой-то побольше. Хотя вот здесь козырька почти нет и тоже не подтекает. Ну, ладно. Значит, движемся внутрь конструкции. Здесь, с одной стороны, электрик у нас продолжает работать. Вот вы помните, да, вот эти вот, значит, коробки, и тут должны проходить провода. И вот когда он эту работу закончит, то тогда встанет вопрос об инспекции очередной, которая будет принимать вот именно эту работу. Вот так, да, так называемый RAF-электрик. Вот это вот RAF-электрик будет принимать инспектор, после чего можно будет закрывать стенки шитраком. Да, вот тут вот такие дела. Вот такие дела. Теперь, значит, что у нас еще здесь происходит? Под то, чтобы потом класть шитрак, и чтобы ровненько был гипсокартон, да, шитрак называется. Вот видите, набивают такие, где нужно, набивают такие картонные вот. Ну, они картоном сложно назвать. Вот такие, они в миллиметр там, в полтора толщиной. Вот их набивают для того, чтобы выровнять стеночку, и чтобы, когда шитрак ляжет, чтобы стена была прямая. Вот так будет. Так, вот это окна, забитые фанеркой, вот вы видите. Да. Так, вот видите, что творится. Вот полный потолок всяких устройств. К ним провода, видите, идут все как положено. Так. Ну что же, вот, наверное, и все. Никаких таких явных, знаете, больших дел не происходит, таких, чтобы сказать, ой, смотри, вчера еще не было, а сегодня уже есть. Так, потихонечку, вот там у нас спрашивают, будет ли чердак. Но вот вы видите, что он будет, но на чердаке ничего такого не будет. Чердак — это чисто техническое такое место, куда иногда можно залезть, там что-нибудь посмотреть во время ремонта или каких-то неприятностей, а так вот чердак сам по себе, так кому он нужен? Ну, нет, я понимаю, что есть такие виды строительства или конструкции такие, да, где у чердака есть какая-то функция еще, помимо того, чтобы там изолировать от внешней среды, там, да, вот, температурную какую-то такую прослойку создавать. Нет, здесь у нас такого ничего нет. Все, я, наверное, на сегодня. Так интересно через стену проходить. Можно, ой, взял и прошел. Да, в общем. Вот, смотрите, какие штучки устанавливают. Вот.
Так что, вот кто знает для чего. Я только догадываюсь.